Вакцинация против клещевого энцефалита стартует в Хабаровском крае. Большая часть из заказанной краем на этот год партии вакцины, как детской, так и взрослой, уже поступила в регион. В ближайшее время препарат распределят по всем медучреждениям. А пока вакцинация происходит благодаря запасам прошлого года. Для вакцинации используется препарат Энцевир, который эффективно защищает от известных субтипов вируса клещевого энцефалита. Чтобы сформировался иммунитет, прививку требуется поставить дважды с месячным интервалом, поэтому жителям рекомендуется начать вакцинацию уже в ближайшее время, чтобы успеть обезопасить себя перед сезоном активации клещей и периодом массовых выездов на дачи. Также надо не забыть сделать очередную плановую прививку и тем, кто вакцинируется периодически раз в 3 года. Перед процедурой обязательно требуется проконсультироваться с терапевтом по месту жительства. И стоит напомнить, вакцинация проводится бесплатно за счет средств ОМС. При себе надо иметь только полис и паспорт. Стоит отметить, что в прошлом году вакцинация против клещевого энцефалита в крае была свернута. Сначала в марте возникли проблемы с поставкой вакцины в регион, а после начала пандемии эта проблема и вовсе отошла на второй план. Из-за этого график ревакцинации у многих был нарушен. На это важно обратить внимание. И в этом году у противоклещевой прививочной кампании есть еще одна особенность. Она проходит в условиях распространения коронавируса и одновременно в период активной массовой вакцинации от ковид. Какой интервал между прививками надо соблюдать? Можно ли прививаться от энцефалита после перенесенного коронавируса? Эти и другие вопросы обсудим со специалистом в студии Татьяна Скорик, заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации Хабаровска. Доброе утро. Доброе Татьяна утро. Михайловна, доброе утро. Предлагаем начать с того, вот какое внимание обратить на график вакцинации и ревакцинации в связи с тем, что в прошлом году, да, многие не смогли поставить вовремя прививку из-за того, что сначала просто отсутствовала вакцина, потом началась пандемия, и вопрос уже вакцинации от клещевого энцефалита, он явно отошел на второй, а то и третий план. Как действовать в этом году? Ну, действительно, коронавирусная инфекция, она внесла изменения в порядок вакцинации, проведения вакцинации против клещевого энцефалита. Но и даже вот вакцина поступила в прошлом году, а прививки были запрещены. Поэтому многие люди задают вопросы, пропали ли прививки предыдущие, которые они делали. И на сегодняшний день нужно сказать, что в любом случае решение о продолжении вакцинации или начать снова вакцинацию должен принять участковый врач-терапевт. То есть нужно подойти к участковому врачу в территориальную поликлинику и посмотреть. Если прививка не пропала, то нужно продолжить вакцинацию. Те люди, которые, может быть, какие-то остатки вакцины были в медицинских учреждениях, может быть, они успели сделать до марта прошлого года прививки против клещевого энцефалита. В этом году обязательно нужно подойти и сделать прививку, ну, через год. И те люди, которые раз в 3 года им положена прививка, они тоже должны подойти в территориальную поликлинику и продолжить вакцинацию. К огромному сожалению, есть такие случаи, ситуации, когда сроки просрочены, то есть нужно сделать вновь. То есть заново проходить весь этот процесс, да, конечно, получается? Да. Как первично, ну, да? Первично. Но первичную вакцинацию, если сейчас вот начать, можно в феврале. И это по ускоренной методике, то есть двукратно проводится вакцинация с интервалом 2 недели. Через 2 недели после второго этапа вакцинации формируется иммунитет, то есть можно по ускоренной схеме провести вакцинацию. Поэтому вот не надо отчаиваться. Вакцины в Хабаровский край поступило в достаточном количестве. Поэтому у нас вот в городе Хабаровске ежегодно прививается 38-40 тысяч населения. Это те, которые относятся к группе риска, которые выезжают в загородную зону, чья работа связана с лесами и так далее. Но вот перед первоочередным можно отнести ведь не только тех людей, кто работает, да, непосредственно там, в лесу, ну, там те же дачники, они имеют право там на бесплатную вакцинацию. Да, конечно, они имеют право, они могут подойти в поликлинику и сделать прививку. Здесь только нужно обязательно соблюдать сроки. Если человек перенес какое-то инфекционное заболевание, то прививку можно сделать не ранее, чем через месяц после перенесенной инфекции. Ну, любого обострения, любого заболевания. Ну, не только коронавирус, любая простуда, да? Конечно, конечно. К коронавирусу вернемся через буквально пару минут. Давайте мы просто напомним еще раз, кому
Сколько прививок нужно делать? Я думаю, опытные, конечно, уже знают, кто постоянно в лесах, но вот если кто-то вот только собирается, сколько, с каким интервалом и кому нужно делать прививок? Ну, во-первых, если вообще интервалы, или, вернее, порядок вакцинации, он существует единый. То есть может быть две схемы. Если люди сделали бы прививки, допустим, осенью, то сейчас делают вторую прививку, и потом через год, и потом один раз в три года. Если прививку не делали никогда или пропали эти прививки, то можно сделать по ускоренной схеме, то есть сейчас начинать прививаться и через две недели сделать вторую прививку, и через две недели уже формируется иммунитет, и, в принципе, человек уже может выходить в загородную зону или на территорию, где заселенную клещами. Но сегодня нужно очень внимательно посмотреть на ситуацию с коронавирусной инфекцией, и если нужно, правильно расставить приоритеты. Кому в первую очередь, вернее, в первую очередь сделать прививку от коронавирусной инфекции, либо сделать прививки от клещевого энцефалита. Ну, а давайте вот тогда подробнее об этом уже вакцины, поговорим. Вакцины, они как-то дружат, не дружат? То есть эти вакцины не дружат, их совмещать ни в коем случае нельзя. И если человек перенес коронавирусную инфекцию, то прививку от коронавирусной инфекции можно будет делать не ранее, чем через 6 месяцев после выздоровления. Если человек перенес какое-то инфекционное заболевание, то прививку от коронавирусной инфекции можно делать через месяц от обострения любого заболевания. ОРВИ, допустим, да. Значит, если человек принял для себя решение сначала сделать прививки от клещевого энцефалита, то после второго этапа вакцинации от клещевого энцефалита прививку от коронавирусной инфекции можно делать не ранее, чем через месяц. Но вот на сегодняшний день хотелось бы обратить внимание хабаровчан, что сегодня вот коронавирусная инфекция, она ведь распространяется, или ею можно заразиться, в том числе и воздушно-капельным путем. Это очень заразное и смертельно опасное заболевание. Поэтому если нужно сделать прививку и от коронавирусной инфекции, и от клещевого энцефалита, лучше сделать прививку сначала от коронавирусной инфекции, затем получить прививку от клещевого энцефалита. От клещевого энцефалита можно защититься. Сегодня клещевой энцефалит, мы знаем, передается через укусы клещей, через сырое молоко. Да? То есть можно принять какие-то меры, защитить себя, в крайнем случае, если даже еще не сформировался иммунитет, а человеку нужно выйти в загородную зону, он должен просто хотя бы через каждые два часа осматривать себя, осматривать животных, которые с ним. И то есть можно защитить себя. Коронавирусная инфекция – это новая инфекция, непредсказуемая, поэтому вот в целях безопасности лучше сделать прививку сначала от коронавирусной инфекции. Ну или, например, если, например, вот сейчас сделать прививку от коронавирусной инфекции, то, в принципе, времени потом до начала достаточно сезона будет. Еще хватит. К маю месяцу можно будет успеть и сделать прививку от клещевого энцефалита. Ну, вот сейчас сказали, если не сформировался иммунитет, сколько он формируется, когда мы вакцинируемся от клещевого энцефалита? Ну, вообще, формируется иммунитет две недели минимум. Две недели максимум, ну, месяц. Но, как правило, если по ускоренной схеме идет вакцинация, через две недели приглашают на вторую прививку, и через две недели, через месяц рекомендуется уже, в принципе, иммунитет сформировался. Спасибо огромное, что разъяснили этот вопрос, потому что для многих он сейчас очень актуален. Вам здоровья и всего самого лучшего. Спасибо. Тоже будьте здоровы. И вы. У нас в гостях была Татьяна Скорик, заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации Хабаровска.